Никогда не суди мать, Наталья. Я не сужу. Я ведь, знаешь, упрямая была. Все должно было быть по-моему. Ну вот у меня так же, то же самое. То же самое. Сколько тебе лет? 14. 14. Вот и мне было почти столько же, когда я с мамой крупно поссорилась. Из-за чего? Из-за ерунды. Из-за платка. А там весна началась. Мне захотелось пофорсить. А мама говорит, надень, простудишься. Вот и поссорились. Ну и что? Мы так по 100 раз в день ссоримся. Ничего? Да. А мама в тот же день осколком убила. Обстрел. Вот. И всего-то 2 квартала до дома не дошла. А знаешь, что я маме сказала перед уходом? Когда же я наконец вырасту, буду жить без твоих указок. В тот же день и сбылось. Так что всегда думай, Наталья, какие слова матери говоришь. А вдруг они последними окажутся.